Всем привет, дорогие друзья! На обзоре HP M132. На табло горит ошибка Error 12. В чем дело? Изначально аппарат печатал грязными полосами. Изношенный оригинальный драм-картридж был заменен новым совместимым. Производитель Булат, считайте, не реклама, а наоборот камень в их огород. После замены и вылезла ошибка Error 12. Вообще изначально эта ошибка связана с чипом на драм-картридже. С правой стороны вот он маленький зелененький двухконтактный чип. В нем хранится вся информация о драм-картридже. Как выяснилось, методом научного тыка чип на драм-картридже стоит неправильно, то есть кверх ногами. Чтобы драм-картридж заработал, необходимо извлечь чип, перевернуть его и установить обратно. Согласен, не такая уж большая проблема. Ну ладно, я работаю в сервисе, мне с этим делом разобраться 2 минуты. А как же с этим будет разбираться обычный пользователь, который купил в магазине драм, принес его домой, у него такая ошибка? Именно для этих случаев я решил и записать это видео. Я не помню, чтобы ранее были такие проблемы с картриджами Булат, но вот последняя партия, прям каждый картридж уже перед установкой приходится чип переустанавливать. Идет инициализация, и аппарат выходит в готовность. Можно распечатать тестовую страницу. Для этого необходимо нажать и поддержать кнопку копии. Несколько секунд, пока не замигает зеленый индикатор. К качеству печати претензий нет, но неправильно установленный чип на борту – это, конечно, косяк. Надеюсь, это видео кому-нибудь поможет. Благодарю за внимание. Пока-пока.